Причерное море. Оно неспокойное, но один мужик упался. И сгорает. У меня сегодня выходной. Я абсолютно ничего не делаю. Выходные дни я стараюсь вообще не приходить на кухню, потому что меня понесет, и буду что-нибудь помогать там, делать, доделывать. А так мозг немножко разгружается, когда сидишь просто и выветривается все лишнее. Не хочется даже ничего говорить. Просто сидеть и смотреть на море. Так что... все, буду смотреть.